Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Рафаэль Пибельда, испанский скульптор, изучал изящное искусство в Валенсии под руководством Энрике Переса Комендадора и Хосе Ортельса Лопеса. Его работа в основном фигуративная. Я пользуюсь Википедией переводной. Рафаэль Пибельда родился в Валенсии 25 января 1929 года, вырос в рабочей семье. Его отец работал реставратором мебели, хотя мать также сыграла ключевую роль в его приобщении к изобразительному искусству. В детские годы жил в историческом районе Валенсии, где многочисленные студии художников были посвящены созданию религиозных изображений в непосредственной близости от собора. Наблюдение за их деятельностью побудило в нем склонность к скульптуре. В 16 лет он посещал мастерские скульптора Кармело Висента, где изучал техники изготовления модели, резьбы и рельефы в качестве подготовки к вступительным экзаменам в настоящую Академию изящных искусств Сан-Карлос де Валенсия. С 1947 по 1952 год в возрасте 18 лет он специализировался в этой школе на скульптуре под руководством Октавио Висенте, Кармело Висента, Энрике Гинере и Мануэля Бельтрана. В 1952 получил грант на обучение от регионального правительства Валенсии, который позволил ему продолжить образование в Мадриде и Италии. В 1983 году начал создавать бронзовые памятники больших размеров. До 1994 года делил свое время между работой учителем средней школы и мастерской скульптуры. С 1997 года он полностью посвящает себя скульптуре. Умер в возрасте 83 лет 3 апреля 2012 года в Валенсии, Испания. Вот так вкратце о испанском скульпторе Рафаэль Пибельда. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.